А в американском штате Нью-Гэмпшир эвакуировали больницу из-за предполагаемой утечки химикатов. Как заявили в администрации госпиталя, сотрудники и пациенты начали жаловаться на головные боли, возникшие по неизвестным пока причинам. В целях предосторожности руководство медицинского учреждения приняло решение эвакуировать людей. Часть пациентов пришлось вывозить прямо на каталках. На месте работают спасатели, врачи и полицейские. Действительно ли в госпитале произошла утечка токсичных химикатов, сейчас выясняется.